Господин президент, здравствуйте. Здравствуйте. Мы из будущего, так сказать. Да. Если смотреть относительно вашего президентства в те годы, когда вы были президентом, то мы... Я понимаю. Да, да. Почему-то захотелось к вам прийти и задать несколько непонятных для нас вопросы, понятные, а вот ответы какие будут. Сейчас посмотрим. Пообщайтесь с нами. Давайте. Ваша смерть. Да, может быть, это неприятно будет вам на эту тему разговаривать, но тем Нет, не менее. Приятно. Да, тем не менее, много непонятного в этом во всем. Хотелось бы немножко услышать от вас несколько ответов, да? В Даллас вас привезли просто на убой, верно? Ну да. Скажите, какая причина этого? Что послужило систему убрать вас как президента? Вы же были один из самых лучших президентов этой страны. Почему так произошло? Потому что я пошел против этой системы. Угу. Многим тем, кто меня окружал, это все не нравилось. Многие молчали, делали вид, что они меня поддерживают. Но на самом деле это так. Только мне казалось, на самом деле вокруг меня были одни предатели. Все предатели, практически, да? Да. Я был практически один. Один. Да. Не как... было у меня ни друзей, никого рядом, ни единомышленников. Ну, они были, но они такие, когда я говорю, они со мной, когда кто-то другой говорит, они с ним. Mm-hmm. То есть, как разменные монеты. Нет, настоящих людей вокруг меня не было. Поэтому все так и произошло. Люди были не готовы к таким переменам. Поэтому никак нельзя было эту систему поломать, да? Да. Убрать, поломать. Не было достойных людей рядом со мной, которые могли бы меня поддержать, чтобы мы были как одна команда. Да. Вы мне напоминаете Сталина. Тот тоже был один всю жизнь. И тоже вокруг него одни предатели. Да. Которые его и уничтожили. Неужели вы не чувствовали, что готовится такая акция против вас? Нет. Не чувствовали? Я даже не подразумевал. Обалдеть. Я шел вперед. Были какие-то слабости, такие сомнения. Но тот свет, который во мне был, он меня вел вперед, вперед и вперед. Я шел только вперед. Ну, оказывается, они оказались более изощренные, да? Да, более изощренные, более хитрые, быстро меня решили убрать, чтобы не мешался, чтобы повести людей в другом направлении, в котором они сейчас находятся. Им это удалось, да? Я же хотел построить другое общество, создать. Все для народа, все для людей. Чтобы больше было света, чистоты, справедливости. Но мне не дали.
скажите, пожалуйста, Карибский кризис, да? Это то, что вообще была такая большая веха в вашей жизни. Наверное, вас и запомнили, наверное, только вот по этому событию, по крайней мере, там в Советском Союзе, да? Да. Действительно ли так все было серьезно, что могла начаться ядерная война, атомная, скажем так? Или, да. Или это было кино какое-то все-таки? Нет, это было серьезно, действительно. Угу. Люди иногда в порыве своих эмоций могут натворить такие ужасы и не могут остановить себя. Все поэтому так и происходит. Кто больше нагнетал вот эту вот ситуацию? С вашей стороны те, кто вас убирал, да? Либо со стороны Советского Союза? Или это было какое-то взаимное? Это было из двух сторон. С одной, и с другой. Да. Угу. Было и здесь, и там. Это был какой-то сговор, как вы думаете? Ну, вы это сейчас уже знаете. Был это сговор какой-то двух стран? Нет, это не было сговора. Сговора не было? Нет, не было. Угу. Все было именно так, как было. Серьезно было, да? Все по-серьезному? Да, все угу. было серьезно. Угу. Какие у вас были взаимоотношения с Хрущевым? Потому что ходят слухи, что вы там, у вас была тайная переписка какая-то. Вы чуть ли были не друзьями там и так далее. Вот развейте эти мифы или подтвердите их. Мы общались с ним. Друзьями. Мы не были такими сильными друзьями. Понятно, да. Но общение было, да, у вас какое-то? Да, было общение. Был какой-то тайный канал, как вы связывались с ним? Как да, немножко. Мы общались по некоторым вопросам. По политическим вопросам. Старались общаться с ним один на один. Угу. Как он вам, как оппонент, был? Он нормальный, он адекватный был, как генсек? Нет, не всегда и не во всех вопросах. Угу. Были у нас с ним разногласия по многим вопросам. Где-то были точки соприкосновения. Где-то мы... У нас были разные взгляды. Я немножко шел другим путем. Ну, вы отстаивали интересы своей стороны, верно? Да. Угу. Он отстаивал интересы своей стороны. Поэтому мы как-то немного недопонимали друг друга в этом плане. Угу. Как все-таки удалось разрешить Карибский кризис? Кто сыграл из людей, кто сыграл важную роль в том, что эта ситуация решилась мирным способом? Ну, так произошло, что в какой-то момент как-то все стало на свои места. Что-то произошло такое, мы сами даже не поняли, как решили. Разрешилась сама ситуация, да? Да, угу. Сама ситуация как будто бы сама разрешила себя. Это для нас было какое-то чудо. Вот. Такое ощущение, что было вмешательство извне. Высшие силы, да, помогали? Вот я сейчас и хотел задать вопрос. Да. То есть светлые силы все-таки победили да. темноту, и ситуация разрешилась.
Да, сдерживали. Угу. Сдерживали и дышались. Угу. Чтобы окончательно не было разрушения земли. Ну да. Понятно. Говорите, да, что-то я вас перебил. Ну, потому что вы же знаете, что такие, такого рода оружие разрушает землю, ведет к катастрофе. Страдает вся земля, не только отдельные территории. Да. Ну, в Карибском кризисе была у нас еще третья сторона, да, мы помним, это Куба, Фидель Кастро. Отношения, да. Ваши отношения с Фиделем какие были? Нормальные. Нормальные отношения были? Нормальные отношения. Вы общались, да, потому что он тоже нормальный мужик. Да, мы общались с ним. Вполне адекватный человек. Можно было с ним поговорить спокойно. Угу. В спокойной обстановке, без свидетелей. Хороший, адекватный политик. Ну да, он был более-менее светлым человеком таким. Интересно. Угу. То есть тоже у вас были с ним контакты, и как-то тоже это повлияло, да, на разрешение, да, конфликта этого? Да, конечно. Понятно. Ваша супруга Жаклин. Что можете сказать о Жаклин? Я любила ее. Она меня нет. Не любила вас? Нет. И вы это чувствовали и знали, да? Да, я это чувствовал, знал. А здесь вы мне напоминаете Наполеона Бонапарта. Да. Мы всегда очень много историй создавали женщины. Женщины всегда управляли мужчинами. Скажите, Жаклин случайно не приложила руку к вашему убийству? Часто вы уже об этом знаете? Нет. Нет? Она не хотела этого. А ей пытались что-то? Да, пытались. Ее пытались подкупить? Да. Вы при жизни это знали? Нет, я не мог даже об этом подумать. Потому что так, глядя на кадры хроники, у меня лично создавалось впечатление, что она в теме. Она была в теме. Угу. Но не смогла. Не решилась. Не решилась. Нет, на это. Нет, не решилась. Понятно. Побоялась. Побоялась. Угу. Да, побоялась. Угу. Побоялась. Угу. Понятно. Скажите, американцы были на Луне? Провокационный вопрос. Извините, для разрядки обстановки. Да. Честно только скажите. Или промолчите просто. Лучше промолчу. Понятно. Ну, да, все это подтверждается, вся эта тема. А скажите, Советский Союз был в космосе? Гагарин был в космосе? Или тоже? Ну, за противоположную сторону-то вы можете хоть ответить правду. Понимаете, что не всегда нам дают отвечать. Да я знаю, вам и вам то, тоже. Что... Вам тоже там рот затыкают. Это знаю. То, что хотелось бы.
сказать. Поэтому я лучше промолчу. Ладно, не будем вас здесь дискредитировать, потому что мы вечно кого-то пытаемся, так сказать, поймать на крючок, но постоянно вы все срываетесь, даже там, а люди даже вот не понимают, думают, ну вот как вот, значит, уже человека нет на земле, значит, вот он ушел в другие миры, почему он не может сказать нам правду, там, и так далее, там, стучат ногами, бьют кулаками. Вы скажите, что разведчики везде есть. Конечно. Были и будут. Конечно. Вы не думаете, что... Все так, как вы думаете, все по-другому. Все по-другому. Вы еще не знаете ничего. Да, а сказать мы не можем. Да. Мы можем сказать, но дозированно. Да. Не можем мы. Это было бы слишком легко. Ну да, система. Это все секреты были бы на поверхности. Ну да. Таким образом. Да, точно. Сколько засекреченного? Не дают нам не тоже, дают. Мы не тоже дают. Здесь. Тоже на подписке, да? На подписке, а не разглашение. Да. Угу. Да. Вот люди не понимают это. Вот я вот сколько там вот наши подписчики, там, да, зрители, телезрители, слушатели, начинаешь, значит, объяснять, что ну, им там тоже наверху тоже рты затыкают и тоже подписывают какие-то контракты о неразглашении. Люди не догоняют этой темы. Люди не понимают, что жизнь. Да. Тут одна, там другая жизнь. Да, да. Такая же жизнь. И она такая же, да. И система просто. Как здесь работает система, и там эта система работает. Ну, то есть все одно, смешно. Все да, 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 да. Это смешно. Люди неосознанно не понимают, что говорят. Вообще не понимают. Читаешь иногда комментарии, да, иди выдаешься, что у людей вообще в голове. Да, есть такое дело. Есть такое дело. Спасибо за ответ. Ну и теперь спрошу вас. Момент убийства. Скажите. Помнится мне стрелок, звали его Ли Харви Освальд, да, если память мне не изменяет. Да. Да, это человек, который официально по документам и там по хронике событий был стрелком, тремя выстрелами якобы он это делал, но куча есть, значит, свидетельств о том, что стрелков было больше трех. С разных точек вас стреляли, вот, для верности. И сзади, и спереди стреляли, и сбоку, и с этой библиотеки, с третьего этажа, по-моему, да, или с пятого. Сколько было убийц в этот момент? Много. Так бы и было. Так и было, как я и сказал, да? Да. Угу. Версия номер два. Версия номер два подтверждается. Недаром, значит, Освальда стреляли в вас 22-го, да, или 23 ноября 63-го года. Да. Освальда взяли с фингалом под левым глазом. Да. Да, посадили его в камеру, и через два дня он неожиданно умер. От чего-то, непонятно от чего. Да, было такое. И сделали его козлом отпущения, да? До сих пор все верят в том, что, значит, Освальд убил Кеннеди. Да. А. Все было подстроено. Да. Как вы, ваша душа себя чувствовала вот в этот момент? Что вы помните эти секунды, эти минуты? Я уже... Не помните? Ну, что я могу вам сказать? То есть вы да, это не, вы было не... сожаление. Угу. Сожаление о том, что я не смог ничего сделать, не успел. Были планы, но я ничего не успел сделать. Не успел собрать достойную команду рядом с собой. Да. Не сейчас, смог сейчас, наверное, объединить. Это и невозможно, наверное, это собрать правильно в кучу. То, что сейчас творится.
А скажите, пожалуйста, вот сейчас из вашего рода, не помню, как его зовут, тоже, по-моему, Джон, да, Кеннеди, или нет, не Джон, как же его зовут-то? Тот, который сейчас как бы претендент на пост президента, тоже вроде такой адекватный мужик. Дональд? Не-не, из рода Кеннеди, я имею в виду, ваш родственник, который сейчас вот на телевидении выступает. Это же ваш родственник, правильно? По вашей линии он родство. Неплохой человек. Ну да, ну то есть вещает правильные вещи. Нормально. Посветлее такой... будет. Ну да. Посветлее. Да, да. Ну, понятно, что там перспектив ноль. Но его не поставят такие. Да нет, ну конечно нет. Да, да. Ему не дадут встать нет. во власть. Я думаю, что весь ваш род это уже как бы все уже. Его уничтожат да, окончательно, я так понимаю. Ну, жалко, конечно. Классный род у вас. Даже по энергетике. Не подпустят его туда. Это да, понятно. А Дональде что скажете? Ну что я могу сказать? Вы же сами все видите и знаете уже. Он уже был у власти. Это как... Знаете, как сказать? Ладно, не озвучивайте, не надо, потому что могут расценить нас как негодяев каких-то. Ладно, вы знаете, и мы знаем, что да. происходит, что происходит, кто эти люди, ну и так далее. Спасибо. Что же вас еще такого спросить? Какое будущее у вашей страны? Ближайшие 10 лет. Знаете, все зависит от людей. Я тоже так вы себе же знаете, отвечаю, да. Нельзя будущее одним витком предсказать. Да, это нереально. Есть много факторов, влияющих. Факторов, на это. Да. Угу. Поэтому здесь невозможно четко и ясно сказать о чем-то. Ну ладно, в общем плане, вот когда тенденция идет нехорошая в Штатах, да, предвещает, что будет развал, что Штаты развалятся на отдельные маленькие государства, как оно ранее в принципе и было. Техас играет там. Есть вероятность того, что будет развал. Да, есть такая. Есть вероятность сохранить. И непонятно, да, по какой ветке это все пойдет. Непонятно. Чья сторона будет преобладать. Все зависит от самих людей. Ну да. Еще очень много. Куда перетянет. Это как весы. Где... На какой стороне будут преобладать какие мысли? Та вероятность и будет. Вы же не думаете о том, что вы сами создаете ветку вероятности. Да мы-то уже это понимаем, а люди не понимают этого абсолютно. Вот они там пишут. Да. Пишут в комментариях умалишенные, значит, если вы серьезные ребята, то предскажите, пожалуйста, какой будет курс биткоина через 3 месяца. Ну, и, ну я не знаю, ну, кто это может писать, ну, какой-то отбитый наглухо человек, вот, не понимающие люди, не понимают таких вещей, да, абсолютно. Вот они четко понимают, что все будущее все знают, Нострадамус был великим предсказателем там, ну и так далее. А вы знаете, что это опасно предсказывать? Потому что это программа своего рода. Это программа, которая ловит людей на крючки. То есть по-другому подсаживает мысли человек, программу. Каждый выбирает свою программу. Но чаще всего негативная программа в голове оседает лучше, быстрее.
человек, падает вибрации у человека, и у него как пластинка в голове звучит одна и та же программа. Ну да, запрограммировал и привет называется. Которая формирует эту реальность. Поэтому. Да. Понятно. Еще такой вопрос. Был ли у власти вашей страны, назовем ее так, человек без души, биоробот, клон, биоробот и так далее. Мы без фамилии, без и так далее. Не было такого. Не было такого. Нет. Не было. Но большинство из них, я так понимаю, на контрактах, да, с темными? Были. Да. Да. В большинстве своем. Вас пытались принудить подписать такой контракт? Да. Что вы сказали? Отказался. Не стал работать на них. Ну, по сути, это система, правильно? И вы подписали бы контракт и работали бы на систему, как и все, кто был, все, кто был до вас, и все, кто был после вас. Да? Да. Да. Совершенно верно. Все на контрактах. А кого из президентов вы можете выделить как светлого человека? Но после вас уже, наверное, никого не было, а вот до вас. Нет. Да, до вас кто был? Можете кого-то более-менее назвать, кто больше белый, светлый, чем темный? Не могу даже назвать такого. Серьезно? Да. Короче, вы единственный, я так понимаю, из 45, да, президента? Да. Да, жестоко. Власть очень меняет человека. Человек может быть светлым до власти. После того, как получает власть, человек меняется. Вопрос вот на Украине, да? Что произошло? Человек обещал одно. Ну, мы говорим о текущем первом лице, да? Это я в эфир не буду, это я вырежу из эфира. Я это не буду людям показывать, то он умрет вместе с вами. Эта информация я вырежу. Ужас. И последний вопрос, опять-таки, о будущем, но тем не менее, ситуация на Украине, когда она разрулится? В этом году или в следующем? Должна в следующем году. В следующем году. Ближе к лету, да? Или к концу года? Ближе к концу года. Это как-то связано с восстановлением Советского Союза? Нет. Это вообще не связано никогда? Нет. Понятно. И еще один вопрос. Средства, которые были вложены Николаем II, царем Российской империи, они будут возвращены? Те средства 88,8% в федеральную систему, они будут возвращены в Советский Союз? Все зависит от многих обстоятельств. Опять-таки, да? Опять-таки миллион обстоятельств. Да. Но все к этому идет, правильно я так понимаю? Да. Но все зависит от многих вещей. Понятно. Аляска. Аляска была куплена штатами или она была взята в аренду на 100 лет? Она взята была, она была куплена. 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 Но. Но.
есть определенные условия. Угу. Были условия. Какие? Там. Хорошо, давайте условия не надо, не будем разглашать эти условия, пусть это останется тайной. Эти условия были выполнены или они были не выполнены Соединенными Штатами? Не выполнены. Да. И все идет к тому, да, что договор будет откручиваться назад. Возможно. Угу. Ну, по крайней мере, тенденция такая идет, что Аляска может вернуться на базу. Да. Угу. Недаром же песни мы в начале 90-х пели, да? Екатерина, ты была не права. И Америка, возвращай Аляску взад. То есть условия не выполнены, и договор этот по покупке Аляски стоит под вопросом. Верно, я понимаю? Да. Угу. Понял. Спасибо, господин президент, что пообщались сегодня с нами. Вы мне на ум пришли прям вот буквально сегодня утром. Почему-то, не знаю почему. Может, вы как-то там сигналы посылали. Вот, ну, приятно с вами пообщаться. От вас энергия такая идет. Светлая. Спасибо. Классный вы мужик. Да. Спасибо. Скажите, планируете вернуться, когда вы хотите воплотиться? Да. Или будете, планирую. Да? Будете планировать? Буду воплощаться. Угу. А когда? И в какой стране? Ну, плюс-минус, не знаю, там, через 5, через 10, через 100 лет. Когда хотите воплотиться? Пока еще не решил. Не решил. В какой стране? В какой стране тоже? Не знаю. Угу. Не решил еще пока, в какой стране. А какая цель вашего следующего воплощения? Миссию выбрали? Да. Какой опыт хотите приобрести в следующем воплощении? Закончить то, что не закончил. Понятно. Думаю, ну, что вернусь в Америку. Ну, я тоже только хотел сказать. Возвращайтесь в Штаты и сделайте из этой страны настоящую страну. Да. Скажите, да, и крайний вопрос уже. Это на каком вы сейчас уровне находитесь? На каком этаже? 12 уровень. 12. Это в голове тоже такая цифра. 12. Ну, достаточно высокий уровень уже, да. Здорово. Спасибо. А Жаклин на каком уровне? Третий? Нет, второй. Второй, еще ниже, понятно. Ну, ей вас уже не догнать никогда, к сожалению. Спасибо вам большое еще раз за общение. Благодарим. Будем ждать вас здесь. Приходите. Таких, как вы, не хватает сейчас, конечно. До свидания. До свидания. Счастливо.